Мне сейчас очень интересно, насколько быстро все эти хилки у меня улетят. Вот это очень интересный вопрос. Жесть. Так. Еще мне интересно, за сколько мы пройдем эту игру. С текущего момента. Еще стримов 8, я думаю, да? Секретка? Эта игра настолько длинная, как я без понятия. Ну, магазин написано был последний. Самое интересное, они не продают там дыни, они не продают там бананы, они продают там именно яблоки. То есть они сами понимают, что яблоки выгодно покупать. Боже, что такое босс? Что больно большая какая-то арена. Нет, не босс. Яблоки во все времена выгодно покупать. Не исключено. Денежку давай, денежку! Так, вода кончилась внезапно. Ау. Ха. По 30 стали дамажить. Хм. Яблочко. Яблочко. Да ёп. Так, подождем. Сейчас оно установится. Это куда? Нам сюда? Или куда нам? Я ж тут был только что. То есть выходит так, что я сделал круг, что ли? Сейчас будет магазин. Я тут был. Хорошо, давай, значит, что? Давай наверх поднимемся и попробуем вправо. Так же упасть. Бля, не надо. Да. Я в прошлый раз выкинул куда-то наверх. А, тут вообще земля. Нихера себе. А ты можешь прыгнуть? Херово. А по водопаду можешь? Ну, что-то явно здесь нужно сделать. Нам просто больше некуда. Да и сука. Улик сраная. Да ладно, ок. Здесь что-то еще есть? Я понимаю, да, шоп, все, да, все такое. Дай-ка я полечусь у него. Раз уж я здесь, полечи меня, да. Уже 4 косаря где-то успел нафармить. Так.
какие варианты. Ничего я не пропускаю. Главное не пропустить ничего. Ой, блядь, я тебя сейчас, сука, я... Я только полечился. Писька. Козёл. Я не знаю, как мы делаем круг здесь, но возвращаемся сюда. На эту самую платформу. Да ёп. Блять, ты серьезно, что ли? Сука. Ладно. Ну, я в прошлый раз прыгнул вперед. И ничего из этого не вышло. Тут ничего нет. Алло. Тут ничего нет. Куда я должен здесь идти? Какого хера вообще? А в другой двери дверь просто закрыта, и все. Не хочу тратить. Блять, иди нахер. Ссаная. Ракушка, блять. То есть где-то что-то есть. Где, непонятно. Бери. Не понимаю. Хадоюкин! Это мое лучшее исполнение. Видишь, второй раз уже не получается. Ну, попали мы наверх, а толку-то? Здесь я не могу вверх подняться. Да? Странно и сомнительно. Возможно, есть где-то еще вода, и я ее пропустил. Просто. Здесь что? Здесь кто-то был не очень хороший. Вот и он. Здесь лестница вниз к сундуку. Окей. Здесь вот эта дорога, она ведет. Куда она ведет? Хм. А тут мы не были. Мы тут не были. Яблочко. Яблочко. Я сейчас задумался, а яблочки-то у всех общие. Это вдруг выяснится. Окей. Здесь мы не были. Хорошо. Ты... Я тебе выстрелю. Я тебе так сейчас выстрелю. Окей. Подождем секунду, пускай Армс восстанавливается, потом пойдем, да? Ну давай. Здесь только одна дверь. Я надеюсь, она меня приведет туда, куда нужно. Shit. Она привела меня куда-то. Где три двери? Три. Вообще не то.
Здесь я был уже. Как так получилось-то? Етить. Дэм. Так, все. Там что-то было. Ща найду, подожди. Ща приду, постой. Ща приду, подожди. Ну, на то и есть лабиринт, как бы, чтобы быть лабиринтом, ну. Короче. Это в тупик, да? В тупик с этим, с чемоданом. Здесь есть спрыг вниз. И есть дорога вправо-вверх. Но я и тут, и там, по-моему, был. Что-то я помню, что я туда запрыгивал вроде как. Да, я сюда запрыгивал. А в чем смысл-то? В чем смысл-то, алло? Так мы были здесь. Может, тут есть что-то еще? Козел. Просто да, обратный ход. Я хз, что они хотели. Да и бля, иди нахер. Меня больше интересует, почему под водой. Почему под водой? Последний магазин, как они пишут. Стоп, что? Стоп, что? Стоп, что? Мы тут не были? Смотри, нашел что-то. О, нет, не надо. Пожалуйста, не надо. Не надо, не надо, не надо. Блять! Ёб твою мать! Клобстер! Так, тихо-тихо-тихо-тихо, бум. Очередная машина, похоже, готовится, да? А можно вот сюда? Да, можно. Очередная машина на очереди. Фак. Ты кто? Воу! Он слишком хорош. Я не виноват. Так, пацаны, вы где? Вас двое было. Теперь ни одного нет. Беги, пожалуйста.
Минус один. Да, блядь, уйти! Суча. Не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо. Я надеюсь, не баганулась игра. То как в прошлый раз выйдет. Уничтожили Клабстера. Что чертов гений придумал эти портативные колонки? В каком смысле? Ты от этого страдаешь, потому что я от этого страдаю. То, что всякая школота тут лазит, блядь, с этими колонками постоянно. За 800 рублей такие купят в каком-нибудь магазине дешевом. Оно хрипит, пердит и рэп русский, блядь. И такой, смотри, какой у меня музон. И у тебя лицо Тони Старка, знаешь. Ну и это тоже. Так, а чё? Драгонстоун. Все, да? Мы победили этот уровень, я чую. Осталось вспомнить, как назад вернуться. Уи! Правая дверь. Так, правая дверь. Правый проход. Сюда. Да? Яиц жалко, дорогие. Ебашь помидорами. О, здорово. А вы что тут? Слик! И Глаг? А что вы здесь делаете? Ну, так ты не вернулась, и пингвины пришли спасти меня. Потом сбежал и встретился с Глагом. И он привел меня сюда, в этот замок. Ты хочешь пойти с нами? Мы хотим увидеть наше последнее создание в действии. О чем ты говоришь? Короче, меня давно просил очень... Короче, его просил кто-то создать голем из Митрила. Чтобы сразиться против Оверлорда. Это же самое клевое, что это... Что... Самое клевое, что ты слышал. Подождите секунду. Что-то странное. Андерлорд не даст тебе... Подожди. Как тебя выбрали? Из моей репутации. Я получил очень много митрила. Мистер Маттенхед, просто я ему понравился. Он хороший человек. Маттенхед. Он тот, кто сломал черную печать. Тогда голем, который я сделал. Да. Его оверлорд будет использовать. Как просто. Вы раскрыли мои планы слишком поздно, мои друзья. А ты где? Чё ты там бежишь? Хер пойми откуда. Ты где? Покажись. О нет, пока нет. Веселье только начинается. Скоро Оверлорд спустит Митрилова голема. Поместится в тело Митрилова голема, и весь мир будет моим.
Тебя убьют быстрее с такой политикой. Если будешь так говорить. О, нет. Что мы будем делать? Да, убираться отсюда. Да-да-да. Да-да-да, увидимся. Удачи. Отлично. Конечно. Идите. Твинкис, блядь. Go ahead, run. Cry, мама. Лучшая часть зловещих мертвецов. Крылья, мама. Ой, бля. Так, ну хорошо. Я сохранялся уже. Ну и чего? Чё, последний уровень, что ли? Чё, последний уровень, что ли? Орбовая башня. И чё это? О, нет. Ты можешь бежать, но ты не спрячешься. Я нашла тебя, Маттенхед. Нашла меня? Да ты тень свою не найдешь, солнечный день. Как я и предполагал, ты попала прямо в мою ловушку. Мистер Кракер, время испытать твою игрушку. Опять этот пес. Окей, босс. Я сделаю тут пирожки и там и т.д. Ну, конечно, Маттенхед. Беги, беги, беги. Снова беги. Угу. Чё такое? Ты глупый. Ты будешь драться со мной. И это будет конец твоих тревог. Это не будет... Чего? Сохраниться нельзя. Ну конечно, блять, это такой босс. Помните, мы с таким дрались уже? Тоже та еще ебала. Вываливается из основного тела. Ау. Пожалуйста, не падайте мне на голову, заебали уже. Короче, пока что я вижу только одну проблему. У меня очень быстро кончается этот. Так, надо восстановить. Да уже такой босс был, просто. Вот я о чем. Только там была лестница, и еще у нас игра забаговалась. Во время битвы с ним. Да, блядь, что кончилось-то? Сука. Почему я об этом не подумал заранее?
Это ты про этого, что ли? Из... как он? Рокин? Не, не Рокин, как он? Про этого-то. Опоссума-то. Как она называлась? Rocket Knight Adventure. Уничтожили надкракера. Поэтому... на этот раз по-настоящему. Да серьезно, что ли? Я, похоже, голову потерял. Я, по-моему, мертв. Сколько у нас всего? 56. Ну, с таким оружием мне босс не страшен был этот. Так, здесь дорога. Это что? Не понял. Мне куда? Алло. Алло. Так это назад. Подожди. Стоп. Чё? Не понял. Мы сюда вошли, здесь босс файт был. А в смысле? О. А нужно забрать. Подожди, а как я это сделал-то? Подожди, я просто вверх нажал, что ли? Она сама убирает? Ну окей. Найдем пьедестал, просто нажмем вверх. Окей. Здесь это почему-то не работает. Ну ладно. Battletoads, который стрелял что вперед, то сверху, то снизу. Что, какие-то долгие коридоры и никого нет. Так, объясни-ка мне, игра, что ты хочешь. Я выбрал что-то определенное или что? Нет. Что, надо нажать? Нет. Ударить? Нет. Вниз, сверху? Ничего не работает. Какой-то порядок? Дай, подожди, что не так? Или мне нужно было нажать кнопку спиздить орбу и убежать? Как я иначе туда попаду? Да никак. Окей. Кинь ссылку с картинкой. Кинь. Я просто смотреть не буду. Я ленивая жопа. Ну я понял. У него шея длинная там. И дерешься, да, с ним на корабле. Правильно тебя понял, игра? Ты хочешь, чтобы я сделал так, да? Так, интересненько, интересненько. Смотри, не хочу, блин. 4. Что? Что там, Маттонхед тебя... Все, конечно, Маттонхед. Поднимай свою задницу. О, меня использовали всю мою маджику, всю мою магику. Магику. Я падаю, я не могу встать.
Теперь, когда голем готов, черная печать уничтожена. Оверлорд скоро будет здесь. Я не могу дождаться этого. Да я просто печать назад поставлю и все. Ты глухая? Я только что сказал, что печати больше нет. Капут, уничтожены. Больше не работает. Че? Вернулись так быстро? Я думал, вы сбежали домой к маме. К мамочке. Я начал думать о том, как Маттенхэт меня обманул. И я поговорил со Слинком, чтобы вернуться и закончить то, что мы начали. Ты что, пинаешь ты его? Как ты прошел через стену? Драконий камень же нужен. Да не забывай, я же гномий этот художник. Я могу все что угодно сделать. А ты сразу мне не мог сделать? Ах ты маленький. Подожди секунду. У меня еще один вопрос. Маттенхэт, последний шанс. Как мне запечатать Оверлорда назад? Ну, я не знаю. Чего? Ты сделал все это. Ты знаешь, как его запечатать назад? Нет никаких путей его запечатать. Он здесь и останется здесь. Единственный способ с этим разобраться, это уничтожить его. Ну ладно. Конечно, хорошо. Все, что нужно, это просто убить его. Как это может быть сложно, что ли? Он же супер человек, там какой-то там. Который уничтожает все, что движется, да? Да без проблем. Ча, изи-пизи. Ну ладно, Мэйли. Ты сделай это. Ты единственная наша надежда. Ты должна собраться. Да не бойся, Слик. Просто найду его слабость. А я найду ее. И все знают, что все сильные маньяки, у них есть сокровища. Если Оверлорда победить, будет возможность налутаться. Угу. Вы следите за этим, не спускайте с него глаз. А я сейчас это разберусь. Похоже, финальчик грядет, да? Да ему уже похер, он говорит, встать не может. Ого. Ну, допустим, сюда. Вот это буксы. Сисечки сделали статуи. Бляха. Это платформа, что ли, такая? Так, понятно, ладно, окей, серьезно, сейчас подожди. Что-то я погорячился, когда сказал, что все. Сейчас самое интересное, похоже, только начинается, блядь. Ага. Вы, блядь, издеваетесь. Теперь вы решили сделать платформер с исчезающими, блядь, платформами. Платформер с исчезающими, блядь, платформами. Сука, все, что вот тебя бесит в обычных играх, оно здесь есть. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Раз, 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 2, 3, 4. Недолет. Сука, хоть ты падаешь, блядь, сквозь платформы, ты... Пизда Ивановна. Почему нельзя было сделать какой-нибудь полет, я не знаю. 4. Раз, два, три, четыре. 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 Два, три, четыре. Сика! А как ты... А ты чё, слышишь? Вы чё, алё?
Ребят, это, короче, начало наших страданий. Я кое-что понял сейчас. 4 комнаты было. 4 сферы у меня в кармане. Ты чувствуешь здесь связь, да? Да ну куда ж ты, блядь, так сильно-то полетела, а, Льву? То есть, я так понимаю, в каждой комнате, в которую мы будем заходить, будет куча таких испытаний. 4. Раз, два, три, 4. Бля, ебать, бэкграунд какой завораживающий. Да ну что ж ты так, блядь, сильно летишь, что вперед, блядь, ну я же прошу тебя, не лети так сильно. Так, я попал вроде бы в нормальный цикл, да? Нет, это был ненормальный цикл. Сика. Это уровень Аладдина. Зачем я падаю вниз? Я ж мог бы просто влево и вправо уйти. И она бы вернулась бы в нужный цикл. Это уровень Аладдина. В Мегамене обычно, если такие платформы есть, ну ты куда-нибудь упадешь, блядь, на ту же поверхность. Либо просто в яму и смерть. А здесь прям в низину, с самого начала начинай. Еще какие-то крутилки непонятные. Как классно, как здорово. Мы клевые люди, мы умеем извращаться над игроками. Нам очень нравится этим заниматься. Мы working design. Это должен быть их слоган на самом деле. А есть какой-то путь короткий, слышишь, игра? Ну, я понял тебя, да. Как я и предполагал. 4, сука, комнаты, в которых нужно очень, видимо, сильно постараться, чтобы их пройти. Да, 4 же, правильно? Я посчитал. Да, их 4. Мы пойдем слева направо. Вторая. Так, секунду, я сейчас. Вентилятор включу. Душно-то душно. Стало как-то душно. Тебе не кажется? Даже в любой игре, если есть платформа исчезающая, то все это пиши пропало. Из такого более-менее последнего я вспоминаю Pitfall на Сеге, который вот там вообще пиздос. Там вот, знаешь, платформа исчезает, все вниз в яму смерть с начала уровня по большей части. Как раньше дети играли в такие сложные игры? Никак. В них не играл никто, кроме Боссмана. Так, что это значит? Это значок мага. Типа это может быть значит, что здесь будут маги. Слышь? Угу. О боже. Ну вот это явно Аладдин.
3-4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тупик. Бум. Бум. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Эх ты, блядь, тихо. Нахуй его убил. Сучий хвост. Вот ты падла. Оказывается, Гаф умеет высоко прыгать. Слишком высоко. Блять. Пожалуйста, Гаф. Уф. 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 Три, четыре, уф. Петрадмус. Следующий мир, да я думаю, уже последний. Сик. Не смей. Ну, это оказалось легче, чем предыдущие в разы. Причем два. Так, верните мне назад персонажа моего. Спасибо. Это было два. Я не понимаю, почему эти статуи эти стоят. Вообще непонятно. То есть, может, они мне намекают, что это легче пройти магом? Что-то я не сказал бы, что это легче пройти магом. Было. Что дальше? Третье испытание. Это что за утконос? Испытание утконоса. Утка дракона. Чё? Что это? О бой. О бой. Не надо. Подстава. Блять, прыгни. Ты посмотри. Я тебе говорю, Гаф вообще выручает. Он и в платформинге хорош, и тут хорош, и там хорош. Ау. Вот здесь был нехорош, но это совсем другой скорость. Пойдем. Остается последняя дверь. Или это была последняя дверь? Уйдем менять. Не-не-не, это не последняя дверь. Вот последняя дверь. Четвертая дверь. Это не утконос, это псайдак по-любому, да? Псай-яй-яй! Так что знаешь? Псайдак! Надо сделать смайл псайдака думающего. То я все никак не могу найти, какой мне смайл нужен, который... Такой, знаешь... Сначала Фредди был, теперь этот... Игон. Ага. Угу. К чему это?
Ого. Уф, я игра такая есть. Блять. Ну это не серьезно. То есть мне каждый раз что заходить туда-сюда, что ли, чтобы она пройти? Да. Весело. Чё-то не поехал. И давай. Ты, блядь, тупой, что ли, блядь, какой? Ты чё падаешь? Ты слышь, ты, я тебе, блядь... Я для чего твоих родственников спасал, чтоб ты тут, блядь, падал, что ли, вниз? Ты дебил, что ли, какой? Только встал, собрался, блядь. И съебался из стороны, заебал уже. Ну и что это? Ну вот и что это? Что это за хуйня, спрашиваю тебя, блядь? А зачем мне эта платформа нужна? Я что-то не понимаю. Только если наверх залез. Блядь, как ее заставить назад ехать? Это же пипец. Бред полный. Спасибо. Конечно. Конечно, ты же у нас любитель, блядь, падать, сука. Ну и чё-то опять не поехало. Эти сверхчувствительные платформы заебали. Блядь, блядь, сука, зовите Митю. Не знаю, кто такой Митя, но позовите его, пожалуйста. Митя, ты тут? Митя, Митя, помоги. Митя, помоги Гаву. Что ты наделал? Митя! Митя, блядь! Да... Сука, у него крылья есть. Он что, блядь, летать не умеет? Я не понимаю, что это за бред вообще? У него есть крылья, у него жопа большая. Это... Вот в этом проблема, да? Поэтому он не может полететь. Shame on you. Митя, это не Дмитрий. Митя, это больше у меня Миша. Все. О, да, конечно. О, да, конечно, блядь. Да почему нет? Сука, блядь, тупой, блядь, я кажу. А зачем я его вызываю вообще? Я же могу без... Давай я не буду просто звать этот кубик. Мне кажется, так будет проще. Я буду делать вот так. Хоть? Мне же похеру, в принципе, да? Так, хорошо. В какой момент... Вот в этот. И 4. Раз, два, три, 4. Ну и что это было? Ты опять своей гигантской жопой не можешь приземлиться на платформу? Она уже, блядь, гигантская, блядь. Мы ж к врачу ходили, тебе врач даже сказал. У тебя жопа большая, блядь. Почему ты на платформу не можешь поместиться, салага, блядь? Спокойно. Спокойно. Ты спокоен? Нахуй, ну?
нравится. Спасибо. Р-4. Платформа там уехала. Бля. Давай. Опа. Что? Да что ты, хули ты летаешь туда-сюда? Блин, даже кнопки не нажимаю никакие, алло. Чё тебя возят туда-сюда? Блять, что? Куда там? Куда там надо-то? Эй! А, эй! Эй, парень! Пс-пс. Эй! Эй, заяц, кончай! Так, и чего? Надо платформу слева, что ли, вызвать, ёпте мать. Четвервуф. Дресс. Сделен. Я сделен. О, боже. Наконец я сделен. Четыре. Последняя. Наконец-то ты пришел. Когда мы, пока мы говорим, Оверлорд просыпается, чтобы взять свою империю себе. Скоро весь мир будет в него. Будет наш. Отличные мечты. А эта игра почти кончилась. А я все кнопки правильно нажимаю. У тебя и шанса нет. Прям так, как мне это нравится. Сражается до конца. Воу. Клево было. Я вообще хоть сохранился. Так, на всякий случай. Да, блядь, прыгай ты, ну! Пиздос, дурак, блядь. Да, это у нас мейл. Только не мейл. Это гаф. Собака, блядь. А чё, можем с ним здесь драться, что? Ай, кончилось. Устанавливай. Яблок, да. Казир был уничтожен. И это все? Я так долго ждал этого. Этого освобождения от Оверлорда. Наконец-то я свободен. Кровище. Дому дороги. Бывер Вульф за хвост. Пред Петрович. Так, чего?
тебе достаточно сил, чтобы победить Оверлорда. Положи последнюю орбу на свое место. Оверлорд идет. И будет стоять перед тобой. Окей. 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 Я надеюсь, это восстанавливает печать. Если нет, то мы мертвецы. Сиськи! Это нормально, да? Ну, все или ничего. Неплохо. Любой хвост неплох. Господи, это еще не все, что ли? Это еще не все. Моргал. Оверлорд как-то исправил, переделал печать. И мы попали, короче, в его измерение. Короче, у нас нет выбора. Надо сначала Оверлорда уничтожить, потом забрать его сокровища. Ты думаешь, он здесь? А я не должен пугаться, да? Там, не? Наконец-то пришел. Оверлорд послал... Передает свое приветствие, чтобы... За то, что вы дали ему возможность вернуться. К сожалению, для вас это... О, нет. Кто будет первым? Я буду. Гай, Гав готов. Гав, ты уверен? Ты не боишься? Гад не боится никого. Гав хочет сражаться, победить и убраться отсюда. Гав. Будь осторожен, мой друг. То есть мы играем за Гаву сейчас отдельно. Внезапно. Так.